вам. Публика, как мы уже отмечали, сегодня собралась задолго даже до начала нашего эфира. Причина ажиотажа очевидна. Это тот самый артист, чье имя сегодня на нашей афише. Автор и исполнитель всенародно любимых хитов. Заслуженный артист России Шаман! Микрофон, публика, эфир, все в твоем распоряжении. Концерт начинается. Можем начинать, родные. Слышите меня? Москва, Россия! А значит и весь мир! Поехали! Следующая моя песня так и называется. Впервые я ее представил. Я сделан в России. Впервые я ее представил. На Красной площади в день российского флага. 22 августа. Поехали! Я иду, шагаю по земле, молча улыбаясь небесам, и пылает золотом во мне вольная душа. Это в моем сердце навсегда. Это невозможно изменить. Это мое счастье, то, что я. Я сделан в России, под небом, под синим. Я в мире красивей. Для меня, для меня, для меня. Я сделан в России, под небом, под синим. Так будет на отныне. Земле. Так решили мать, отец и Бог. Он оставил это все во мне. Он меня сберег. Это в моем сердце навсегда. Это невозможно изменить. Это мое счастье, то, что я. Я сделан в России. Под синим нет в мире красивее. Для меня, для меня, для меня. Я сделан в России. Повезло поймать шамана в его плотном графике. Это тоже своего рода искусство. Ярослав, у тебя сейчас новая концертная программа. Большой тур по стране. Сколько всего городов запланировано? Ну, у нас, вы знаете, обычно так все кругленько выходит. И вот уже начиная с 2022 года, каждый год, ну, минимум 100 концертов. Минимум 100 сольных концертов. Дома каждый бываешь год? Вообще? А? Дома бываешь, успеваешь? Еще раз? Дома бываешь, ну, успеваешь? Ну, так. Я могу сказать так, что я дома постоянно, потому что мой дом вся Россия, а значит и весь мир. Публика меня поддерживает. А когда было такое
последний раз, когда ты будешь лечь на диван с чипсами, посмотреть какой-нибудь сериал спокойно? Ну, могу так сказать, что вот буквально мы сыграли как концерт на Красной площади 22 августа. Это был, конечно же, знаковый концерт, потому что далеко не каждому артисту, музыканту такой случай. Но я считаю, что мы это сделали с честью и достоинством. И вот после этого я сразу полетел в Сочи на новую волну. Из Сочи я полетел сразу вместе с моим другом, с Гришей Лепсом, в Курск. Из Курска сразу в день города Оренбург. Так на диване-то когда лежал? И в результате на диване я лежал вот только сегодня. И вот фактически... Уже плюс! Я приехал сюда. С дивана! С дивана, да. Ну что? Какой приятный момент. Что, вы фактически вытащили меня с постели. Вот именно. Это уникальный момент. Воспользуемся им и попросим очередную композицию в концерте. Спасибо, родные. Шаман в живом эфире. Конечно. Наверное, сейчас я сыграю песню, которую многие из вас ждут, знают. И меня вдохновило написание этой песни мои поездки на территорию Новороссии, города Новороссии. И эта песня называется «Мой бой». Спасибо за поддержку, родные. Извините, мы сейчас... я буду периодически к вам выходить, а то я себя чувствую как... Ладно, поем «Мой бой». Кто сказал, что в мире любовь умерла, что нет чести, и правда сгорела дотла? Даже если творится вокруг один ад, я не сдамся вперед и ни шагу назад. Каждый день мне в сердце стреляет болей, но эти раны делают только сильнее. Я вернусь с победы обратно домой, я вернусь, чтобы остаться с тобой. Это мой бой! Что звезды погасли давно, что нет дружбы, деньги важнее всего. Даже если огонь превращается в лед, стиснув зубы, скажу себе только вперед. Каждый день мне в сердце стреляет больнее, но эти раны делают только сильнее. И я слышу, как вторят со мной сердца. Я русский, я иду до конца. Это мой бой, до последнего вдоха мой бой. Если плохо, мой бой, пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой. Это мой бой, прожигает точка, мой бой, на конца и точка, мой бой, пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой. Это мой бой. Последний вдох, мой бой. Даже если плохо, мой бой. Пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой. Спасибо. Это начало только концерта, большого концерта в прямом эфире. Но сейчас небольшая пауза, скоро продолжим. Открытая студия Гордеева и Захар. Открытая студия, пожалуй, лучшая концертная площадка. Вы посмотрите на нашу афишу. Сегодня здесь Шаман. Кстати, Ярослав, по-моему, сейчас какая-то провокация будет. Что ты задумал? Есть ощущение. Потому что репетировали прямо здесь, практически. Вот это только что было в суете, потому что у нас буквально было 2 минуты. Помимо того, что шаман здесь в студии, только не просто шаман, а шаман какого числа? 3 сентября. 3 сентября.
Но и... как я мог пропустить этот прекрасный Шуфутинов день? Ну? Так давайте праздновать! Отметим вместе! Давайте! 3 сентября! Давайте попробуем ее исполнить. Родные, зажигайте огонечки. Я вас все прекрасно вижу, чувствую вашу любовь. Спасибо за то, что вы есть. Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так, все у нас с тобой. Желтый лист по бульварам Москвы 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры любимка, костры горят. Обещания, день, когда я совсем один. Я календарь переверну и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. День прощания. День, когда горят костры рябин. День, когда я вообще не один. Со мной вся Россия. А значит, и весь мир. Строго, это был действительно экспромт. Вот прям вот только что. Можно сказать, вот на коленках. Спасибо, ребят. Спасибо. Это была самая яростная версия, по-моему, 3 сентября, которую нас я спасло слышала. То, что мы с ребятами, с музыкантами постоянно в гастролях, турах, поэтому мы, в общем-то, с полуслова друг друга понимаем. Вот смастерили для вас. То есть, в принципе, можно попросить что-нибудь эту еще. Эту нетленку, да? Незыблемый. Кстати говоря, большой привет автору этой песни. Игорь, мы с ними сегодня общались. И с Игорем Николаевым. Вот так у шамана появилась новая песня в программе. Да. И все-таки вернемся к твоему репертуару и к следующей композиции. Безусловно. А давайте, наверное, исполню сейчас... А? Ты моя? Да, давайте «Ты моя». Романтика. Романтика на носу. Спасибо. Ну, не видно. Я тебя искал долго, падал столько раз, больно, тысячи дорог. Только видит Бог, я у твоих ног сейчас. Крепко обниму, молча, связаны с тобой прочно. Если нужно, я лично за тебя жизнь свою готов отдать. Ты моя, целая вселенная, самая бесконечная, гордая ты умная. Ты моя, целая вселенная, не скажу я, не знаю.
жизнь. Я там, если не тебя. Я там, комната и слез, как бродячий пес. Чувствую тебя кожей. Вместе мы с тобой сможем все перенести. Господи, прости, дай нам один день уйти. Пожалуй, единственная студия, где до артиста такого формата, как Шаман, можно дотянуться рукой в буквальном смысле. Поднимите руку, кому это удалось! Ярослав сейчас выходил за территорию нашей студии. Ну как там, скажи? Как народ? Сколько собралось? Вы знаете, люди согревают любовью, поэтому я не мог не отказать. Ну, посмотрите, Знаешь, они здесь, здорово, они собирались 3 часов дня. Ну, потом, за стеклом, ну, как бы, зачем это, эти ширмы? Ну, надо же тоже быть ближе к народу. Согласен? Будем становиться ближе, будем ломать стены. Да, давай, я думаю, в этом поможет следующая композиция. Следующая песня, по-моему, одна из твоих новинок, если я не ошибаюсь. Мы уже можем начать. Да, небольшой анонс этой песни. В общем-то, Бог послал мне написать песню. Это дуэт, который вся страна, наверное, ждала. Ну, года 2, наверное. И так это совпало, что мы с Григорием Лепсом объявили друг друга друзьями буквально там, ну, месяца полтора, наверное, назад, где-то, может быть, около 2. И вот как-то так Бог послал написать песню, и я назвал ее «Настоящий мужчина». И впервые мы исполнили эту композицию, как раз-таки представили этот дуэт на Красной площади 22 августа, День российского флага. И сейчас я, к сожалению, без своего друга, но я понятное дело, что... Лепсом и чувствую! Но тем не менее, публика меня поддержит. Пускай моим дуэтом сегодня будет вся Россия. Так что давайте пойте, старайтесь. Мы ждем вас. Настоящий мужчина. Настоящий мужчина. Это неизлечимо. Он нравится всем, безусловно. Брутальный и немногословный. Он ровно по жизни шагает и все про себя понимает. Он не проповедует счастье, она до конца в его власти. Она позабыла про слезы и летает с ним, как под гипнозом. Настоящий мужчина. Давай,
забастова. Она смеется и дышит по-ново. Настоящий мужчина, это неизлечимо. Все сомнения мимо, здесь все ясно. Настоящий мужчина, это неизлечимо. Только с ним в этой жизни ты прекрасна. Настоящий мужчина, это неизлечимо. Все сомнения мимо, здесь все ясно. Настоящий мужчина, это неизлечимо. Только с ним в этой жизни все. Тогда будет все прекрасно. Спасибо, родные! Юрнов, небольшой перерыв здесь. У нас на живом концерте шамана, на авторадио, для которого душа нараспашку. Шаман здесь у нас. Ярослав, продолжаем. Ну давай, душа нараспашку, так нараспашку. Ну что, новая песня, которую я представил. Премьера состоялась на сцене американского посольства. И это видели вся Россия, весь мир. А Байден сошел. А после этого на следующий день Байден снял свою кандидатуру. Пораньше никак. То есть из-за себя будет. И стали замедлять YouTube. Ну что могу сказать? Я сделал все, что мог. Ну давай. Поехали, душа на распашку. Я простой русский парень. Нас таких миллионы. Жизнь шагаю под счастливой звездою. Душа нараспашку, под белой рубашкой. Я самый счастливый, живу я в России. Душа нараспашку, под белой рубашкой. Я самый счастливый. We'll be right back.
желаю от сердца, чтоб вы жили красиво. А теперь эту песню поспоет вся Россия. Душа на распашку, под белой рубашкой. Я самый счастливый, живу я в России. Душа на распашку, под белой рубашкой. Я самый счастливый, живу я в России. Ярослав, скажи, бывало, что на свой концерт ты прилетал прямо на вертолете? Сколько раз ты повторял этот трюк, скажем так? Ой, дай бог памяти. Ну, один раз точно. Вот в свой родной город, как раз-таки на свой концерт, я прилетал на вертолете. Это, в общем-то, все видели. Да, так, да, Петербург, Газпром-арена, как раз стадионный концерт. 60 тысяч зрителей. И было просто не проехать, я так понимаю. Многие, я, судя по реакции из присутствующих, там были. Слушай, ну я так понимаю, все. А вертолет-то твой личный? История умалчивает. Подожди, подожди, пока, слава богу, есть личная победа, да, которая появилась не так давно. Скажи... Пока только самолеты. Вот вы... А, пока только самолеты. Ну, а все-таки по поводу победы, что, все байки, что ли? А? Победа, автомобиль, победа. У тебя же появился теперь. Да, налоговый, мы видели. Мы сейчас... Вообще, мы когда думали, как можно... сделать что-то интересное, потому что всегда я из своих концертов, ну, устраиваю такое действие, можно сказать, ну, шоу. И как-то хочется удивить зрителей, потому что одним голосом, там, песнями сыт не будешь. Я всегда стараюсь как-то мыслить масштабно, чтобы это было ярко, громко, сочно, красочно, чтобы люди это запомнили так же, как и я надолго. И... Вот одним из таких элементов программы «Победа» приобрели машину «Победа». «Победа»? 1955 года выпуска. На ходу? А? На ходу? Вот это хотел сказать. Это было очень сложно найти на ходу, но мы это сделали. Она, конечно, там немножечко там подработана была, но в целом, да, там все, это все оригинальная история, да. То есть теперь твой автомобиль личный получается? Ну, можно так сказать, да. Можно, кстати говоря, первый мой личный автомобиль. Первый личный автомобиль. Поздравляем! Ладно, про вертолет продолжим разговор в следующий раз, а сейчас очередная композиция. Серьезно, кстати, первый, действительно. Я сам об этом сейчас только что задумался. Ну так зато хорошее какой? Начало, да. Давайте я спою как раз-таки одну из песен, которую я как раз завершал шоу «Победа» на Красной площади. Людям, судя по всему, уже они понимают, о какой песне идет речь. «Я останусь с тобой». Ветром
И вопреки своим заклятым врагам я не боюсь, с победы вернусь. Где-то вдали мне светит звезда, как я хочу взглянуть в родные глаза, крепко обнять и просто сказать. С тобой навсегда, рядом я останусь с тобой, с тобой навсегда. Я останусь с тобой, останусь с тобой, с тобой навсегда, рядом я останусь с тобой, с тобой навсегда. Ну да, без нее никак. Ярослав, давай. Ну что, Рада, я русский? Москва, но без вашей помощи мне не справиться. Вы же понимаете. Поем. Готовы. И я вдыхаю. Yeah.